Всем привет, ребята, я Алиса, и по вашим многочисленным просьбам я сегодня снимаю очередную серию с Крастибоксами. Но у нас сегодня будет не обычное видео, а в новом формате, потому что я решила сравнить Крастибоксы с официального сайта, с которого постоянно делаю заказы, ссылочка на него будет в описании. Также я заказала Крастибоксы с Озона и Крастибоксы с Wildberries. Сейчас мы с вами посмотрим, как отличается наполнение и что там вообще будет интересного. А также, ребят, если мне попадутся игрушки, я хочу показать вам реакцию Милены на новые игрушки из Крастибокса, потому что она их очень обожает. Милеше уже 4 месяца, и она научилась хорошо держать разные предметы и игрушки. Даже самые большие ей очень нравятся, поэтому я надеюсь, что что-то нам попадется, и Милеше мы тоже подарим подарочек. А также, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, у кого он не заблочен, LisavaOff, и на мой телеграм-канал, ссылочка будет на телеграм в описании. Короче, если у вас не переходит ссылка, просто введите в поиске телеграм Алиса Лисова, мой аккаунт с галочкой, там 15 тысяч подписчиков, я открыла все чаты, и мы с ребятами 24/7 там общаемся. Мне очень понравился телеграм, потому что действительно я могу вживую общаться, отправлять голосовые прямые эфиры, поэтому мы ждем именно тебя. Ну что, ребят, давайте начнем. Короче, давайте достанем все из пакетов, потому что, чтобы вы понимали, какие боксы у нас сегодня будут, смотрите, здесь единороги, есть даже тубус Крастибокс, и есть у нас миксбокс. Давайте пакет Wildberries мы оставим, чтобы вы знали, что это Wildberries, это сайт, а это Озон. Ну что, ребят, я распаковала все Крастибоксы, Озон, сайт и Wildberries. А начать я хочу с тубусов, потому что вы очень обожаете тубусы, и мне попадаются в них всегда крутые игрушки, которые Милена обожает, поэтому надеюсь, мне что-то попадется крутое для дочки. И, ребят, если вы хотите чисто видео с тубусами от Крастибокс, прямо сейчас набираем под этим видео 25 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев, и я сразу же закажу очень много тубусов. Ну что, поехали! Это у нас тубус с сайта Крастибокс, который я постоянно заказываю. С сайта, в принципе, я знаю наполнение, но мне всегда прям супер везет, потому что я смотрела другие обзоры, там такого нет. Ребят, что это может быть? Как вы думаете? Мне кажется, это утка. Утка Лола Фанфан. Смотрите, или Among Us. Так, давайте его. Да, ребят, это у нас утка розовая без одежды, но одежда у меня имеется, поэтому мы ее обязательно оденем. И мне кажется, эту малышку стоит показать Милеше. Она, правда, как пол Милены по размеру, но ничего. И, как всегда, еще попались фирменные наклейки Крастибокс. Напоминаю, что в тубусе лежит один ценный секретный предмет. Итак, с сайта мы распаковали, теперь приступим к Озону. Так, что же нас ждет в Озоне? Ребят, мне кажется, здесь тоже какая-то мягкая игрушка, потому что, ну, прям очень легкая, ничего там не трещит. Это игрушка тоже. И это у нас акула. Так, ребят, это у нас акула, но не такая акула, как из Икеи, а такая толстенькая, миленькая. Мне кажется, Милеше она точно понравится. Я обожаю тубусы за то, что там море игрушек. Так, и точно такие же наклейки нам попались, как и в первом боксе. Эти наклейки, вы знаете, они не меняются, это как фирменные наклейки от Крастибокс. И, к сожалению, кроме сена в тубусе уже ничего нет, поэтому мы его убираем. Кстати, ребят, что можно потом хранить в этих тубусах? Мне их так жалко выбрасывать, я их храню, а не знаю, для чего их использовать. Напишите в комментариях ваши идеи. Третий тубус у нас с Wildberries. Так, у нас в Озоне попалась акулина, здесь у нас попалась утка Лала Фанфан. А что же нас ждет в тубусе с Wildberries? Ой, точно не игрушка, ребят. Так, надеюсь, я не разбила, потому что она супер тяжелая. Ребята, в Wildberries у нас попался термос. Или это просто такой термостакан белый. Вот он. Получается, обыкновенный такой стакан. Он внутри розовый, да? Термостакан. Легко его мыть, доставать. Вот так вот. Кстати, удобно вылить, помыть, спрятать и достать. Мне очень нравятся цвета розовые с белым. Еще бы голубые добавили, вообще было бы топ. И по тубусам у нас все. Какое наполнение вам понравилось больше? Мне, скорее всего, с сайта Крастибокс, потому что уточек, вы знаете, что я очень любила и их собирала. Убираем наш тубус.
И давайте приступим теперь, какие у нас здесь остались, к миксбоксам. Первый у меня в руке миксбокс сайта Krusty Box. Игрушечки давайте мы сюда уберем. Место оставим и открываем. Ребят, вы сейчас будете смотреть первыми. Готовы? Ну, в миксе прям много всего, я чувствую. Так, наклейки точно такие же. Также у нас есть блокнотик, который это лама-детка называется, с вот такими листами. Ну, обычный такой типичный ежедневник красный. Ой, здесь у нас милая копилка, вот эти копилки я обожаю, я их расставила по всей квартире, чтобы мелочь не валялась по дому, можно собирать. Эта копилка, кстати, не детская такая, а стильно смотрится за счет ее пудрового цвета. Также у нас мини-блокнотик попался с котиками, вот такой бирюзовенький, листочки в клеточку. О, вот это что-то интересное, скажу я вам, дорого выглядит. Это у нас кружка. Ребята, ну мне понравился цвет этой кружки и рисунок. Прям под копилку один в один. Обожаю пудрово-розовые цвета. Я думаю, вы это уже и сами знаете, я 1000 раз об этом говорила. Также под мелочь у нас есть такой кошелечек с пайетками миниатюрный. Зелененький, антистрессовый. Поп-сокет с листочками. Вот такой поп-сокет с листиками. И секретный подарок, про который я чаще всего забываю. Так, миксбокс у нас все. И посмотрим, что же здесь в секретном подарке нам Krusty Box положил. Какой подарок. Так, это у нас маска для сна с пончиками. Посмотрите, какая милая. Но такие маски, вы знаете, я чаще всего использовала для челленджей. И в самолетах, мне кажется, такая выручит. Потому что, как мы добирались из Доминиканы 24 часа, кстати, об этом я говорила в Телеграме по ссылочке в описании, такая маска бы мне точно помогла закрыться от всех. Так, теперь у нас миксбокс Sazona. Sazona, он тоже достаточно тяжеленький. Давайте наполнение мы все подвинем. Я просто хочу, чтобы вы видели, что попалось, ну и при этом не загораживало новые распаковки. Поэтому это все мы подвигаем. И с Krusty Box Mixbox Sazona открываем. И смотрите, ребят, что там интересного. Я уже посмотрела. Наклеечки Krusty Box, только розовые. Ежедневники. Смотрите, у нас был красный, а это у нас уже с котиком. Он даже более толще, глянцевый и тоже в формате ежедневника сделан. Ой, посмотрите, какой милый ланчбокс. Слушайте, кто берет в школу с собой на тренировки еду, я думаю, вы оцените. Прям вообще супер свит капкейк. Открываем. Ой, здесь два отделения, мне это нравится. Вот для еды подойдет. Так, как его теперь закрыть? Блокнотик точно такой же с котиком, как и в первом Krusty Box в клеточку. Клеточку. Носочки с собаками. Я сразу увидела задницу собаки. Но тут вообще с такими миленькими песиками. Короче, черно-оранжевые носочки. И у нас есть тоже кружка, ребят. Тоже зеркальная, только белая. Наполнение, видите, примерно везде одинаковое, но все равно товары различаются. То есть вы можете заказать два одинаковых миксбокса, а придет вам все равно разное. Давайте эту кружечку распакуем. Тут зеркальная крышка, поэтому мы ее тоже снимаем и смотрим. Также кружка с крышкой, только она белая, с фламинго и с надписью Pink Mood. Ну, мне прям крышка очень нравится, но она зеркальная, поэтому давайте уберем их подальше. Также у меня попался такой миниатюрный серый пенал. Кстати, прикольный пенал, даже в маленьком рюкзаке он не будет занимать много места. И поп-сокет. Поп-сокет вот точно такой, как и в миксбоксе с сайта. Вот они прям одинаковые, с листочками. Летний такой поп-сокет. Миксбокс у нас Sazona все. Выбираем коробку и остался секретный подарок. Что же внутри секретного подарка? Сейчас вместе с вами мы это и узнаем. Та-дам! Показалось, что ножницы. Это у нас Simple Dimple. Кстати, в Телеграме у нас ребята устроили трейд в телеге попытами. Я там чуть с ума не сошла. Поэтому вот еще у нас такой Simple Dimple. Поностальгируем вместе. Кликает он хорошо. А вдруг этим летом попыты снова войдут в тренд? Вот как вы думаете, напишите в комментариях. Потому что у меня осталась гора попытов прошлогодних, и я к трендам готова. У нас еще остался миксбокс сайта Ozon. Третий миксбокс.
Давайте его тоже посмотрим и сравним. Так. Хочу игрушки. Ой, пенал у нас космический попался. Сразу вижу, такой огромный. Он пол коробки занимал. Космический пенал. Стандартный. А нет, не стандартный. Смотрите, здесь у нас бургеры, пиццы. Прикольно. Блокнот точно такой же с котиком, как и в предыдущих двух микс-боксах. А вы обратите внимание, что наполнение с Wildberries совсем другое. Секретный подарок оставим напоследок. И вот эта бутылочка, ребята, она пластиковая, ее легко будет мыть, брать с собой. Она прям вообще легчайшая, хоть так не кажется, да? Кажется, что это бутылище, но нет. Она прям милейшая. Здесь написано «Космическое настроение». Вот эта крышечка, кстати, я думала, с крышечки можно пить, наливать и пить, но нет. Короче, крутая бутылка под любые напитки, вот это вот оригинально, люблю всякие такие штуки. Также у нас собачка Попсокет вот такой попался. Ланчбокс, но уже другой, с таксой, он прям длинный такой. По сути, все ланчбоксы одинаковые, но кому-то удобнее брать по форме круглый, кому-то квадратный, а кому-то такой продолговатый. Ой, у нас попалось, знаете, кто это? Динозавр. Нужно яйцо добавить в стакан с водой, и через сутки у вас вылупится кто-то из этого. Смотрите, тут фламинго, динозавр, сова, дельфин, акула. Короче, я обожаю такие штуки выращивать. 2 дня нужно ждать, поэтому у себя в инсте Алисова Офф я покажу, кто же у нас вылупился с вами, ребят. Вы должны там присутствовать. Вместе вылупим какого-то малыша. Странно звучит, но да ладно. О, а здесь цветное сено, смотрите, хорошего вам сенного настроения. Наклеечки Красти Бокс тоже попались. Давайте уберем эту коробку и посмотрим, конечно же, посмотрим, что же в секретном подарке. Я раньше их как-то пыталась нащупать, но сейчас Красти Бокс меняют секретные подарки, и не угадаешь. Это сложно угадать. А, это кошелек для монеток тоже, только розовый. У нас такой уже есть зеленый, только этот розовый. Ну, прикольно, прикольно. И у нас остались, ребят, смотрите, с Озона я заказала розовый бокс. Авокадо у нас остался и единороги. Давайте начнем с розового. Так как у нас освободилось место, здесь делаем уборочку. И открываем розовый бокс, потому что розовый, как вы знаете, это мой любимый цвет. Розовый, пудровый и, наверное, голубой. Кстати, розовый бокс полегче, чем микс. И кто не знает, напоминаю, что в розовом боксе все прям розовое, абсолютно все. Вот это вот прям как по челленджу. И смотрим, ребята, вот видите, все розовое. Даже наклейки такие вот фиолетово-розовые, Красти Бокс. Пудровый блокнотик с котиками. Листочки в клетку. Поп-ит, даже желто-розовый. Вы, наверное, не знаю, передает ли камера, но он прям желто-розовый. Кликает он нормально. А, это плохая сторона. Кликает нормально. Кстати, кто играет еще в поп-ит, напишите в комментариях, сколько у вас их. Ланчбокс вот такой. Хотел стать лучше, но куда уже лучше с тигренком. Этот ланчбокс более обычный, я такие использую дома. А, это не ланчбокс, это просто контейнер для еды. Очень удобно в холодильник складывать еду, и все у вас будет красивенько. Такая же уже термостакан у нас уже такой попадался. Вот у нас такой был беленький наподобие, но есть еще такой розовенький. Кстати, его можно вот так вот брать с собой, удобно тоже. Кстати, вот этот я не видела. А, ну да, да, такой же. Просто этот у нас открывается, этот вот так закручивается. Носочки розовые с бананчиком. Посмотрите, какие они милейшие. Также у нас есть еще здесь секретный подарок. И, конечно же, поп-сокет с единорогом. Вот такой. Убираем наш розовый Красти Бокс, а секретный подарок, хочу я вам сказать, в этот раз большой, очень большой. Итак, что же там внутри? Ой, там что-то поеточное и большое. Ой, это пенал. Но Милене мы такое давать не будем, она может пайетками поцарапаться. Это, кстати, такой вместительный пенал, я думала поясная сумка, но нет. Пенал для вашей канцелярии с пайеточками. Это все, к сожалению, ребят, у нас остался еще единороговый бокс
и авокадо. Авокадо должно быть что-то интересное, поэтому я хочу открыть его и хочу подарить Милене что-то из этого бокса. Там должны быть игрушки, а Милеша уже заждалась подарочки от нас. Открываем авокадушки и смотрим, ребят, тут опять что-то гигантское. Ну, слушайте, я буду скоро богачкой, накоплю все мелочи и разменяю, потому что у меня уже этих копилок штук 10. Посмотрите, какая милейшая копилка с авокадо. Это прям уже для богачей, потому что это маленькая, а вот это супер большая для ваших накоплений. Кто из вас копит деньги и на что, напишите в комментариях, мне очень интересно. Это у нас Ава Китти. Смотрите, какой стильный блокнот. Он матовый для рисуночков. Есть у нас еще стакан. Хорошо, кстати, упаковывает Красти Бокс. Стеклянные предметы. Ни разу мне за несколько лет, а я уже распаковываю Красти Боксы года 4, и мне ни разу не пришло что-то разбитое, помятое и так далее. Все очень качественно. Посмотрите, какая бутылка. Она стеклянная, чехол очень мягенький с авокадо. А так бутылка полностью стеклянная. Вот это прям топ. Обожаю стеклянные бутылочки, даже удобнее мыть. Также у нас пенал, но вы такой уже, я думаю, много раз видели в Красти Боксах. Авокадный пенал. Наклейки типичные, фирменные Красти Бокс. Ручку, посмотрите, какой авокадыш на ручке. И секретный подарок внутри. Сейчас мы посмотрим. У меня тут уже сзади гора коробок. После этого видео нужно снимать уборку, расхламление. Так, секретный подарочек. Что же там ждет? Ну, кстати, подарок может быть не с авокадо, а любой. И там, прилип. Поп-сокет, посмотрите, он прикольный. А, он космический, это типа луна. Видите, космонавт, луна. И он вот так вот серенький такой. Короче, интересный поп-сокет, не детский такой. И остался последний единороговый бокс Wildberries, он очень тяжелый. Хотела его захватить одной рукой, но он реально тяжелый, поэтому хочу игрушки. Надеюсь, там будут какие-то игрушки. Та-дам! Это у нас вот такие наклеечки, ребят. Блокнотик, посмотрите. Блокноты, кстати, все разные, обратите внимание, повторялись только маленькие с вот этими котиками. Вот такие у нас повторялись, все остальные абсолютно разные. У нас здесь листочки в клеточку, такой вот типичный блокнотик. Здесь написано «Помогите». Также второй блокнот уже твердый, с твердой обложкой. «Время чудес сейчас». Это у нас ежедневник, чтобы записывать ваши ежедневные дела и задачи. Такой контейнер. Кстати, вот эти контейнеры обожаю. Просто мой холодильник наконец-то будет красивый. Обожаю, когда все сложено по полочкам в своих контейнерах. Вот за это огромный плюс Красти Боксу. Я только тут беру контейнеры. Есть у нас такая мягкий пенальчик с котиком, с ушками. Вот такой. Кстати, Милеше такой может подойти, а почему бы и нет? Кстати, ей бы было удобно захватывать и обнимать такой пенал. Есть еще бутылка, это как авокадо, у нас вот такая попалась с авокадо, только это меньше версия, и написано Hello и лапка котика. Вот такой поп-сокет, с единорогом, ребят, по-моему, такой поп-сокет уже был, да, с единорогом? Напишите, где-то я его уже сегодня вам показывала. К сожалению, это все, но здесь очень-очень и... Коробки, моя гора из коробок уже просто валится. Интересный секретный подарок. Я так понимаю, что там какая-то канцелярия внутри. Уверена на 90%, что там канцелярия. А нет, это обложка, кажется, да. Кстати, интересная обложка, она очень переливается внутри. Ребят, это все, посмотрите, сколько интересного. У Милеши наконец-то будут подарочки, новые игрушечки. Я рада, что я распаковала тубусы первыми, но вы просто посмотрите, мой стол завален подарками. И обязательно, ребят, не уходите с моего канала, посмотрите предыдущее видео, там про Милешу и как ей исполнилось 4 месяца, и мы поехали на супер шопинг по нашей традиции. Жду вас в Инстаграме, в Телеграме, подписывайтесь на канал, набираем 25 тысяч лайков, и я снимаю видео про тубусы из Красти Бокса. Ну а я вас всех очень люблю, не скучайте, встретимся очень скоро в новых сериях. Пока-пока!